Впервые в истории команду Дагестана на первенстве России по бадминтону представят два спортсмена. Это Тимур Ахмедов и Дарья Кононенко, подопечные главного тренера Анатолия Ярцева. Соревнования стартовали в Санкт-Петербурге. За победу состязаются 200 спортсменов из 25 регионов страны. По итогам турнира наставники сформируют сборную команду России для участия в международных соревнованиях.